Кузь за Potion Pyramid, на связи Чандра Ульмина. Здравствуйте. Пора бы уже открыть новую особую зону, где у нас кислые ягоды для вспышки будут. Ну, тот самый квест, про который нам говорили, да? Про кошку. Mm-hmm. Ух, шестеренка, 3000 монет. Конечно же, мы должны все за свои деньги делать. Кто бы сомневался. Значит, Люк обновил чертеж этого механизма? Он совсем не похож на те, что мы ранее покупали у Гертруды. Теперь давай установим механизм. Угу. 666 камней. Да-да-да, было такое. Угу. Ого. Готово. Надеюсь, этот фуникулер продержится дольше, чем предыдущий. Сдается мне, в этот раз все будет хорошо. Теперь ты сможешь перебираться на ту сторону. И проверяю доску для жителей, ага. Ну, я же говорил. Ага. Отлично, хорошо. Проверим. Это, кстати, проблема. Так, во-первых, новое мы задание, поедем. У нас воскресенье, по-моему. Или понедельник. Сегодня воскресенье. Ты уверена? По-моему, да. О, телепортик. Вот-вот, я же для этого сюда и приехал. Сначала сюда, а потом к доске, а потом быстро. Понедельник? Угу. А, тогда забей. Но все равно лучше взять. Лучше взять, конечно. Вот именно. Иди и бери. Так. Новостей пока нет. Ну, видимо, это на другой доске. Я понял. На другой, до которой в ратуше. Так, Марта. Ой, вон чай держим, милая. Опа. Ну все, завтра уже. Мы отдаем ей вон чай, и она растает. Угу. Ну, скорее всего. Наверное. Дверь закрыта. С 8. Ждем. Сколько заданий. Раз. 4, 5. А шо так много? Ой, плохо мне прям от этого. Душа моя прям, ого. Занято место вообще. Угу. То хамила, а тут раз. Так, ну мы все взяли? Мы все взяли. Теперь нужно что-то скинуть в этот, в урну. Отчитаться. Раз. Два. А денег-то за это платят, нет? Да, 350 денег. Какая штука есть прикольная. Какая? Лягуха. Лягуха? Лягуха. Лучше Катюха. Но у нас Катюха пока нету, да? Они в процессе модерации. Угу. Ой, розовые прям последние отдаем. Пора на рыбалку, пора на рыбалку, на рыбалку пора. Честно? Неохота. Сбор мусора. Но пора. На рыбалку. О, почтальон. С капитаном почтальоном, конечно, проблема. Угу. Так, снова деньги, яблочный сок. А чё по квестам? Кислые ягоды только остались. То есть мы все квесты только что завершили? Вот так взяли, да, и сразу все завершили? Да. То есть мы классные? Да. Ну, поехали тогда в горы. Так. Это камень? Засекай, сколько с него камня. Угу. 5-6 ударов. Ого. Сколько? Пошли
60? 7, 8, 9. Орхидея. Танушка. Ух. 19 камушка получилось. 19? Что-то маловато. Было. Ой, снежные ягоды. Ого! Это что было? О, волчара! Волк позорный! Лесной плод. Убить волка. Два раза он прыгает. Золотой жук. Жесть! А чё они такие жесткие? Картоха! Картошка! Роза! Привет, привет, ребят, то посоединяйте. Добро пожаловать! О, это что за зона? Пещеры какие-то. Так, нам нужно к телепортациону еще сходить. Ага. Ой, блин, а сколько всего-то? Я не ожидал такого. Розы. Так. Розы пахнут розами, да? Давай яблочный сок ему отдадим. Угу. Раз нам выдают его на постоянке, нам самим, по всей видимости, придется яблочный сок от того, что... Ну, ты поняла. Ой, угу. дерево. Хорошее ли дерево? Давай попробуем. Не знаю. 72 древесины. 1, 12. 13 ударов. Ого. Было 72. Уважаемо. 60 древесины. Больше. Ого. Улучшенная удочка и гиперчервяк. Рыбное место в ледяной пещере. Музыка божественная. Ага. Слушай, классно-то как. Давай пока пособираем все это, а там посмотрим. Вот, смотри, камень какой-то большой. Может быть, с него много. Еще больше? Мне кажется, да. Засекай. 160. Восемь ударов. А? 50. 50 камня? Угу. Было 160. Сейчас 210. Неплохо. Запоминай месторасположение всего, что мы находим. Меня беспокоит вот этот момент. И вот этот момент, и вот этот момент, и вот этот момент. Меня... Ёлки-палки, лес густой. А можно я почитаю пока? Бери записку, забирай. Эксперимент на ледяной горе, день 25. Нам не раз пришлось менять подход, и в конце концов осталось только копать глубже. Работа напряженная, процесс раскопок весьма сложен. Нужно соблюдать предельную осторожность. К счастью, Освальд согласился нас навещать. Под его присмотром мне гораздо спокойнее. Констеблю Освальду поручили наблюдать за ходом экспедиции, и мы быстро стали закадычными друзьями. Прекрасный парень, очень собранный. Мы часто общаемся, сидим у костра, жарим рыбу, постоянно обсуждаем, как сделать мир лучше и избавить его от болезней и ненужных утрат. Если эксперимент удастся, наша экспедиция поможет множеству людей. Я благодарен другу за поддержку. Ух. Ух. Так, погодь. Что это такое? Над некоторыми существами есть значок щита. Такое существо не будет получать урон, пока ты не разобьешь его щит. Чтобы ненадолго разбить щит, несколько раз ударить существо топором. Ага. Она нас убьет. Крот. Кстати, крот. Вылазь. Вылази. Что? Кинул. О, желудь. Даже кроты нас бьют. Не, слушай, там дофига народу, если честно. Очень дофига. Ой. Телепорт. Пошли отсюда! Пожалуйста. Погоди, упали, нам нужны снежные ягоды. Мы одну, по-моему, нашли или две. Упали. Льни. Льни?
Льни. Ох, опять тут какой-то. Еще одна зловонная яма, товарищи. Он какой-то был, видишь? Привет, что ты здесь делаешь? Это ты что здесь делаешь? Ого! Гуляем, разглядываем. А ты что тут делаешь? Что это? Это осадок химиката остался после одного несчастного случая. Это произошло по вине врачебной ассоциации, ага. В других местах такая же ерунда. Хотя я и сама не знаю, что именно так-то случилось. Но я слышала, что были потери. После того происшествия часть флоры погибла. И мы ничего не можем с этим поделать. Отец Османа должен был что-то знать. Он тогда был констеблем и участвовал в спасательной операции. Может, и Осману что-то известно? Спроси его, если тебе интересно. Озвучка где? Озвучка где? Конечно. Я кое-что... Я понял. Так. А что такое? Ну, музыка здесь хорошая. Кей, забрать. Эксперимент на Ледяной горе. День 11. Никто и помыслить не мог, что важное открытие случится так скоро. Оказалось, что светящиеся растения, предмет нашего изучения, относятся к семейству лечебных растений, которые уже давно не растут в столице. Снег в этой местности богат питательными веществами, видимо, благодаря ему здесь что-то растет. Осталось разгадать происхождение ледяных шипов. Откуда они взялись? Большой вопрос. Однако мы обязаны найти ответ. Растениям требуется благоприятная среда. Постараемся узнать больше об этом снеге. Так. Сможем ли мы эту штуку починить? Вопрос. Картоха. Не забываем, чатик. Писать каждые 5 минут. А то я вам потом делаю, будете каждый 10 минут писать. Старайтесь, чтобы глазочки не пропадали. Угу. Так, это птица, это самолет. Это та самая птица с клюв. Клюв и глаза. Вебка. У тебя есть вебка? Она взрывается. Вообще-то. У меня есть вебка, ты не видела, что ли? Нет, не помню. Есть. Я же фейсрик как-то включал. Ну да, я понимаю. Аккуратно. Выносливости не хватает. Вот на это хватит, а дальше мы убежим. Бежим отсюда, пожалуйста. Нам ага. Нам надо это, с девочками поплескаться. И к Осману, наверное, сходить. Сначала с девочками, потому что там до 6 работают. Феникс спрашивает, какая у тебя вебка. Не помню. Не указано разве в этом... В Дискорде? Если не указано, потом укажем. Ну, в Дискорде же там ответы на все вопросы. Так, здесь и Марта, Матео, кстати говоря. Сяо, бабуля и Оливия. Мужчины в бане. Мужчины. Ребят, вот сколько мы играем в эту игру. Мы поиграли в демку. Мы поиграли, собственно, уже достаточно много в эту версию. Мужчины в первый раз. То есть мы думали, что на полном серьезе это женская баня, в которой мы купаемся только. Единственный мужчина. Оказалось, нет. Это просто шок. Да. Светослепы, это не зазорно. Если он их поддерживает. Так. Эмодзи сделать, а не стикер. В плане, чтобы сделать их поменьше, стикеры, о. Или именно эмодзи. Происшествие на Ледяной горе? Откуда тебе об этом известно? И никому-нибудь о тебе. Чего? Так, говори, кто рассказал тебе о случившемся? Твои приятели из столицы? Им бы стоило поучиться, не совать нос в чужие дела. Лесничий?
Черт, держала бы лучше язык за зубами. Это наше дело, и чужаков оно не касается. Ой, да ладно тебе, я могу помочь. Ты хочешь понять, что случилось, чтобы все исправить? Да, я в курсе, что тебе уже удалось помочь однажды, но это не значит, что тебе по силам исправить все. Хотя должен признать, у тебя есть чувство долга. Отец когда-то говорил, что зельевары как фрукты, есть гнилые, есть хорошие. Скорее, как лук, мы многослойные. Тогда уж капуста. Ну пусть капуста. Квашеная. Квашеная капуста? Все, что тебе нужно, находится здесь. Но у меня нет ключа. Это старый шкафчик достался мне от отца. Он велел мне не открывать его, пока однажды не появится кто-то, кто искренне захочет узнать правду о том случае. Даю тебе свое разрешение. Можешь посмотреть что-то. Но помогать тебе я не стану. И честно говоря, я бы лучше держался подальше от всего этого, и мне не пришлось бы вспоминать об отце. Конечно. Порешаем сейчас все. Но все же я уважаю его волю. Будем надеяться, сегодня я принял верное решение. Вот эти вот начинайте, блин, конечно. Угу. Магазин «Дом на века», первый этаж, с 8 до 15. У тебя вопрос, зачем нам «Дом на века»? Потому что он потерял ключ. Да-да-да, нам нужен столяр. Я понимаю. Марта, мы сегодня с ней говорили? Нет. Надо. Каждый день. Надо. Где она? Где она? Где она? Покупаться мы с ней вместе уже искупались. Но сейчас она где? Спит? Да ну нет. Отдыхай. На улице? Видимо, на улице, действительно. Пёс. Шихал? Угу. Искать. Марта. А где она? Вот он. Где-то должна быть. И мы, получается, уже сможем на свиданку пойти скоро. Наверное. Какая нам с этого выгода, правда? Может, она нам будет лучше дарить на постоянку. Кстати, да, было бы хорошо. Вот она. Ага, не говорили мы с ней. Ага. Да? Угу. Ну, она же день перепутала. Угу. Ну, лишний раз поговорить чего стоит. Так у нас времени-то особо на это нету, прохлаждаться. Мы не были еще здесь на минуточку. Это еще зона. Это, возможно, какая-то еще очередной какой-то квестец. Что у вас здесь произошло? Да квестец какой-то. Так оно и было. Долетит. Долетело. Нет, почему нет? Ну и ладно. Это так. Красиво. Красиво просто. Просто показываю. Такого мы и не били. Надо его убить. А этого мы били? Черные осколки. Да. Слишком много ударов нужно. А напомнить. А напомнить. А напомнить. Эксперимент так. На ледяной горе, день один. Автор этого отчета я, доктор Льюис, глава нынешней ассоциации. Ой, тот самый? Мы разбили лагерь на вершине единственной горы острова, где и будем проводить наши изыскания. Как ни странно, несмотря на сильный холод, на горе растет красивый цветок. Правда, по словам мэра, численность этих цветов сократилась. Кроме того, мы обнаружили загадочные ледяные шипы. Странное явление. Лед невероятно холоден и не тает. Мы рассчитываем более глубоко изучить цветы и ледяные шипы. Угу. То есть тут ничего. У нас... Лёд. Что лед? Ну, за лед же был разговор. За лед, да. За лед, за лед.
Нам бы дерево. И камни. Нам бы не взорваться. Нас не убьют. Лед. Он нас не убьет. Смотри, у волка этот рог. Он волкорог? Волкорог. Единоволк. Единоволк? Забавно. Ну а как? Это большой камушек. Копает что-то. Убит? Не убит. Трюфели. Трюфель? Ты шо? Ты вообще-то собака. Не поросеночек. Все, это поросеночек, это не собака. Трюфельный поросенок. Бери записку. Беру записку. И есть еще одна где-то. Как обычно, мы одну записку не можем найти почему-то. Я не знаю. Почему одна? Мы одну не нашли. Почему одна? По-моему, две, нет? Нет. Эксперимент на ледяной горе. День 42. Спустя неделю раскопок мы выявили в составе почвы редкое вещество. Оно не дает льду растаять и мешает появлению новых ростков. Вот почему растений стало куда меньше, чем раньше. Нужно найти способ извлечь из почвы вредную субстанцию. Тогда мы создадим пригодные условия для цветов, а может быть даже избавимся от вездесущих ледяных шипов. Открытие первостепенной важности. Хотелось бы в честь него пропустить по кружке с Освальдом, однако разразилась снежная буря. Вообще, она бушует уже несколько дней. Коллеги опасаются схода лавины. Надеюсь, ничего не случится. Видишь, последнюю страницу мы не нашли. Только последнюю, оставшуюся, и все. Где-то пропустила еще, видимо, одну страницу. Видимо. Ты где-то пропустила, да? А где ты пропустила? Не знаю. Так, где мы не были? Везде побегали. Да вроде везде были. Везде побегали уже. Угу. Там снизу камушек был. Где? Там, где мы только что были. Да ладно. Вот есть. Ладно, успеешь? Времени мало. Я понемел. Успеешь. Жуткий язык добываем. Прекрасно. Домой. Побежали. Домой. Я хочу инструменты новые. Домой. Инструменты новые хочу. Интересный факт. Единорог звучит более реально, чем жираф, потому что жираф — это пятнистая лошадь с гигантской шеей и синим языком. И... Ну что, побежали? А куда? Не знаю. Квесты выполнять. Какие? А-а-а! А-а-а! Да, поехали.